значение имени Есей. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Самой судьбой эти люди одарены чертами характера, которые способствуют выполнению их личной жизненной миссии. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Лояльность по отношению к окружающим, доброта и щедрость, особенно это проявляется с родственниками и друзьями. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Они готовы отдать все, но их чрезмерная опека иногда приносит больше вреда, чем пользы, как им самим, так и их близким. Эта вибрация исключительно полезна в соединении с мягкой и гармоничной вибрацией внешнего выражения и, напротив, совершенно негативно в комбинации с экстремальными вибрациями. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Иногда в этой личности присутствуют вибрации, указывающие на душевную слабость, то мы можем быть уверены, что имеем дело с личностью, склонной к депрессии, фобии или навязчивости. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Негативные качества, тревога и беспокойство по пустякам. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.